Связано это с ростом цен на нефть, завершением пика выплат по внешним долгам и равномерной продажей валютной выручки, а также повышением ключевой ставки, заявила глава ЦБ Набиуллина. Накануне рубль обновил доллар максимум конца прошлого года. Сейчас он продолжает связывает укрепление рубля с действием комбинации факторов, среди которых стабилизация цен на нефть, завершение пика выплат по внешним долгам, более равномерная продажа валютной выручки экспортерами, повышение нами ключевой ставки. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на съезде Ассоциации российских банков. При оценке банковский сектор России стабильный, выдержит ухудшение ситуации в экономике, выдержит даже снижение цены на нефть. Ставка находится на довольно высоком уровне 14%. Госсовет для обсуждения проблем малого и среднего бизнеса сегодня соберет Владимир Путин. Главные вопросы – повышение эффективности господдержки небольших предприятий и расширение доступа предпринимателей к кредитам. Кроме того, рабочая группа по подготовке к заседанию Госсовета собирается предложить президенту создать единый институт развития малого и среднего бизнеса на базе агентства кредитных гарантий и МСП банка. Это дочерняя структура Внешэкономбанка, которая специализируется на кредитовании малого бизнеса. Что обсудят на Госсовете и нужна ли малому бизнесу новая структура, Бизнес-ФМ прокомментировал бизнес-омбудсмен Борис Титов. Будет обсуждаться очень много различных вопросов, связанных с конкретными путями стимулирования развития малого бизнеса в стране. От самого маленького микробизнеса до инновационного малого бизнеса, до социального и промышленного, то есть